Здравствуйте, дорогие читатели сайта 161. Буквально через несколько дней жители нашей страны будут отмечать один из самых важных праздников – День Победы. И сегодня мы узнаем у ростовчан и гостей нашего города, как они готовятся к празднику и какие мероприятия планируют посетить. К празднику, конечно, готовимся, потому что это праздник не только, наверное, для лично каждого несет глубокую смысловую такую нагрузку, но и, конечно, для всей страны. С дочкой мы планируем отмечать, пойти на парад. Все мероприятия, которые запланировал город, мы в рамках временных, если все будем успевать, мы обязательно посетим, потому что в этом году еще больше интересных мероприятий. Ну, конечно, это посещение парада на Театральной площади. Готовлюсь только внутренне и морально. А куда сходить планируете? Ну, наверное, это традиционно. Наверное, все-таки, там, не знаю, мини-парад Победы, у нас будет. Все-таки будет улица перекрыта, то есть народное гуляние, бессмертный полк, то есть все эти ценности, которые у людей. То есть обязательно буду принимать в этом участие. Ну, парад пойдем. А еще как-то готовитесь к празднику? Ну, дети поздравляют, завтра идут наши ветераны. По телевизору посмотрю. У нас дача. Дачный сезон. Да, открытый. Так что у нас все мероприятия, все на даче. Ну, мясо уже надо покупать, мариновать. Мясо а так, пока никак не готовимся. Ну, конечно, парад надо сходить. А часто ходите вообще на парад? Ну, если где-то в городе, то да, то каждый год. На море уеду. Какие-то мероприятия? Не будем отмечать, у нас 10-го за руль садится. Нет, будем, конечно. Отходить. Самый святой праздник, конечно, будем отмечать. Ну, конечно, мы придем на парад. Ну, у нас просто устраиваются отдельные мероприятия в наших учебных заведениях, то есть на них мы будем присутствовать. Ну, учитывая, что это выходные, мы, наверное, сходим таки на парад. Постараемся, все-таки с детьми сложно что-то планировать. Ну, а потом поедем к родителям.